Я думаю, вы уже догадались, да, что следующая песня будет непосредственно с этой пластинки. И она называется «Семь шагов». Oh,
Ну что я могу сказать? Здесь отличная атмосфера, по-моему, друзья. Мы пока до выступления сидели в гримерке, и я слышал, как вы тут очень-очень громко орали. Эй! Они могут. Я знаю, что вы можете, потому что... можете еще громче. Поэтому сейчас я скажу первую часть названия песни, а вы все вместе скажете вторую. Попробуем? Окей. Сотни! У меня сестра громче кричит, эй! Это вообще рок-концерт! Окей. Сотни! Никуда не годится, друзья! Я знаю, что вы способны на гораздо больше! Последняя попытка! Все вместе! Сотни! We'll be right back.
И устроили настоящую стену смерти. Расходимся, расходимся. Еще. Расходимся, расходимся. Я вам дам всего лишь 5 секунд на то, чтобы перевести дыхание и устроить здесь настоящее мясо. 5, 4, 3, 2, 1. We'll be right back.
Классно. Просто с каждым вашим новым криком мне становится на сцене все теплее и теплее. Эй! Как насчет старой песенки? Здорово. Сейчас бы я очень хотел, чтобы вот этот свет выключили к чертовой матери. Выключаем, выключаем свет. Вообще весь. Зачем нам нужен свет? Я хочу, чтобы вы выключили полностью весь свет. Вот так вот. Я хочу, чтобы нам сейчас стало очень уютно, и каждый из вас, у кого есть зажигалки, телефоны, фотоаппараты, все подняли бы их вверх и осветили собственные лица с помощью этих приборов. Еще! Мы не будем играть дальше, пока весь зал не осветится, друзья. Включите лампы! Включите лампы! Это на все, на что способен Таллин? Окей. Thank you.
А я не верю, эй! Другое дело. Следующая песня тоже с нашего нового альбома. Это посвящается тем людям, которые сегодня пришли на этот концерт немножечко оторваться и устроили здесь настоящий Circle Pit. Все знают, что такое Circle Pit, е? Тогда давайте скорее устроим круг. Делаем круг. Сейчас посмотрим, на что готова Эстония. Умеете ли вы тут бегать или нет? Спасибо тем людям, которые только что там бесились. Давайте все вместе сами себе похлопаем, эй! Это было действительно здорово. Надеюсь, в таком темпе мы и будем дальше. Yeah! Отлично! Кто видел наш новый видеоклип? Это все? Или, может быть, еще кто-нибудь видел?
Так видели или нет? Ну тогда придется нам сейчас вместе с вами устроить тут преступление против... Все удаляем за окно! Don't stop.
Отлично! Ну что, в принципе, у нас уже последний концерт в туре. Сегодня вечером мы уже уезжаем домой. Вот, и хочется сказать пару слов, точнее выразить огромную благодарность тем людям, благодаря которым этот тур стал возможным. Давайте всем им немножечко похлопаем. Хочу сказать огромное спасибо нашему турменеджеру, который сделал весь этот тур, который делал нам всем приятно в дороге. Сделал, чтобы нам всем было удобно в дороге. Хочется спасибо сказать огромное нашему звукорежиссеру, который отвечает за за прекрасный звук на концертах. Спасибо огромное нашему технику, который отвечает, чтобы все на сцене было отлично. Спасибо всем женщинам, которые терпят от нас домогание. Спасибо всем людям, которые остались в Питере и выполняют работу, которую мы не можем делать в Питере у нас дома. Ну и, конечно, спасибо всем вам, друзья! Ну вот, собственно, следующая песня посвящается каждому, кто сегодня пришел сюда. Эта песня для тех, кто не боится быть самим собой. Let's go.
вместе! Мы вернемся через пару минут, Вася. Thank you.
встречу, друзья! Следующая композиция с нашей новой пластинки. И она называется «Моя правда». Спасибо!
Скажите, а на рок-концерты в Таллине девушки ходят? Так мало? Ладно, окей, мужчины, давайте им поможем все, эй! Сразу вся площадка наполнилась басом. Я думаю, никто не возражает, если я сейчас посвящу песню, ну, тому малому количеству девушек, которые сегодня присутствуют на нашем концерте. Просто пришло время немножко пошевелить своими задницами. Эй! Ну что, господа, приглашаем дам на танцы и вперед! Я надеюсь, сейчас все вместе с нами это спою. Da 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 da
честно говоря, для меня очень странно, что здесь вода в стекле, а так бы я вас всех угостил бы. Кто слышал нашу пластинку под названием «Неизбежность»? Что, сыграть эту песенку? Мне очень приятно, что в Эстонии-то есть металлисты, ведь правда? Да их очень-очень много даже, в принципе. Эй-эй-эй! Ну что, я знаю точно, что ни я, ни вы не дадите ведь рок-н-ролла умереть, эй! Yeah.
Thank you.
остается два приказа. Просто. Поэтому, я думаю, мы подошли к финалу данного мероприятия. Все, поехали.
Спасибо!
Всем большое спасибо. Сегодня у нас не было конкурса без года. Он сегодня был просто не нужен. Сегодня у нас не было обычных наших заморочек.